Как я и обещал, стол заказов, прямой эфир. Анжелика, Агурбаш, наконец-то хоть кто-то красивый в кадре появился. Кроме вас, да? Да, нет, просто кто-то один появился. Я-то отлично, никогда не претендовал. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, можно поцеловать вашу руку? Конечно. А тебе время колечко снять. Так вот, сразу я же... Да не надо, ну что. Да, к теме нашего сегодняшнего эфира. Чем вы больше всего любите заниматься? И несколько слов нашим телезрителям. На самом деле, чем я люблю заниматься? Да вообще ничем не люблю заниматься больше всего на свете. Люблю лоботрясничать, бездельничать и ничего не делать. Это самое лучшее времяпровождение для меня. Шучу. Конечно, чем я люблю заниматься? Конечно, своей профессией. А с юмором у вас-то хорошо что-то. Которой я посвящаю всю свою жизнь своей профессии. А это какая профессия? Ну, я люблю петь, я люблю фотосессии, я люблю съемки видеоклипов, я люблю подготовительный процесс. Сейчас я, кстати, готовлюсь к большому шоу в Кремлевском дворце съездов. 17 ноября приходите, я вас приглашаю. Серьезно? Вы первый, кого А билет бесплатно будет? Для вас, да. Серьезно? Видите, как полезно иногда работать на телеканале РУ-ТВ? Ну, собственно, все, давайте будем расставаться. Пойдем на концерт или готовиться. Ну, по поводу фотографироваться, танцы и музыка, это все очень здорово, это все понятно, все очень логично. Может быть, есть какое-то нестандартное занятие, чинить машины, отжимать мобилы у метро у кого-нибудь. Ну, вот нет, как-то я занимаюсь боксом. Серьезно? Нет, да, это мое пристрастие, мое любимое, одно из моих любимейших занятий. Так, и сколько времени уходит на это? Ну, раза 2-3 в неделю по... 30-40 минут, не больше. А кто педагог? Потрясающий чемпион. Костя Дзю. Ну, Александров, господин Александров, он потрясающий чемпион мира. Серьезно? Да. У меня хорошо получается, особенно правый прямой. А если вдруг он двинет и синяк останется? На самом деле, я одним ударом могу так оставить бездыханным любого мужчину. Друзья, сейчас мы устроим спарринг, но такой выйдем на татами. Я потом вам все расскажу. А вы пока посмотрите на замечательную композицию клип, который называется «Река». Но стоит отметить, что у Анжелики Агурбаш слева это удар очень неплохой. Я, конечно, его выдержал, но, знаете, так, немного меня пошатало. Еще спасибо, что не в голову. Не бойтесь, не бойтесь. Больше бояться не буду. Очень красиво, очень сексуально. Взгляда, женщин, взгляда, больше, чем удар. И конечно. Безумно интересная сегодня у нас гостья. Спасибо. Да. Да, и тема нашего сегодняшнего эфира, ну, как мы уже обсуждали, любимое занятие, взяли мы ее неспроста. В 1964 году впервые в жизни, в мире, в истории появился пульт дистанционного управления от телевизора. Так вот, чем вы любите заниматься дома, в смысле про фильмы? Какие фильмы смотрите? Немецкие больше, классику, советскую? Так, если не шутите серьезно, в последнее время я очень мало смотрю телевизор, и, как правило, я ограничиваюсь новостями, либо какими-то событиями, музыкальными мероприятиями.